Я схожу и расспрошу, вернусь. Ты жди здесь. Брат, мы не просим нас ждать. А пойдем вместе и расспросим всех. Ребенок, слушай старших. Любимый, где ты? Я очень беспокоюсь за тебя. Прошу, позвони мне. Я люблю тебя. Ты не забыл, как это делается? Отец научил тебя мастерству. Я забыл, как он останавливал время. Но твоя настоящая профессия адвокат, да? Да. Ты попал. Те, кто сидит здесь, попали сюда от того, что о них никто не позаботился, а также из-за затянувшихся судебных дел. Им никто не протянет руку помощи. Если они узнают, они выстроятся к тебе в очередь. Пусть приходят, я сделаю все от меня зависящее. Кажется, ты не понял. У них нет денег. Лишь бы были здоровы. Мне достаточно их молитв. Молодец, ты адвокат. В наше время трудно найти такого человека, как ты. Кадир Айден, к тебе посетитель. С вашего позволения. Есть что-нибудь, брат? Нет, они расследуют. Я пойду, брат, посмотрю все улицы. Стой, Лев. Мы новички в Стамбуле. Улицы этого города не похожи на другие. Заранее не знаю, что случилось. Здесь не ищут людей, просто заходя в каждый дом. Сначала нам нужно быть уверенными в том, кто это сделал. Ну, как мы можем быть уверенными, брат? Как мы можем быть уверенными, не зная, где он? Будем гадать? Послушай. Есть один друг по имени Биркан. Он расследует это дело ради нас. Хорошо, он узнает. А мы будем ждать. Иного выхода нет. Брат, я не могу ждать. Ради Аллаха, не употребляй этих слов. Я не могу ждать. Хасан, будет так, как я сказал. Утихомирь свой пыл, иначе обожжешься. Как скажешь. Хорошо. Алло. Слушаю вас. Добрый день. Это я, Джейда Айдер. Я тренер Бирея по волейболу. Здравствуйте, слушаю вас. Это ее мать. Я побеспокоила вас, но хотела спросить по поводу Бирея, а она не пришла сегодня на тренировку. Она ни разу не пропускала. Я спросила у ребят, они ответили, что она и в школу-то не пришла. Надеюсь, она не больна? Может, немного расслабишься? Иначе все испортишь. Уже поздно, мне нужно возвращаться домой. Мои будут переживать. К тому же, бегем, ты ответишь за это. Улыбнись немного. Тепленькие. Почему не взяла трубку? Кто это? Мои звонят из дома, уже поздно, они волнуются. Если я сейчас отвечу, на меня посыпятся вопросы. Наша девчонка слегка со странностями. Я уже привыкла. Надеюсь, так и есть. Ну, так и есть. Шима. Что случилось?
Артемис в порядке? Я не знаю. Что значит «не знаю»? Посмотри на меня. Артемис в порядке? Говори же. Артемис похитили, Кадир. А что значит «похитили»? Из-за тебя. Из-за тебя. Она попросила какого-то свидетеля в твою пользу на суде, чтобы показал видео. Нашу дочь. Из-за этой женщины на нас сыпятся только беды. Не хватило того, что она разрушила нашу семью, так теперь моей дочери угрожает опасность. Мне уже надоели ее муж и ее сын. Где моя дочь? Хасан случайно увидел, как ее похищали. И я уже ничему не верю. Он побежал за ней, но не успел. Надеюсь, он не лжет. От детей, которых вырастила эта женщина, можно ожидать чего угодно. Послушай, если с моей дочерью что-то случится, я убью тебя. Ты понял меня? Не моргнув и глазом убью тебя. Как только Артемис найдется, я подам на тебя в суд. На установление опекунства. Забудь о совместном опекунстве. Забудь. Только во сне увидишь. Я заберу дочь и уеду за границу. Ты даже лиц наших не увидишь. Держись подальше от этих бед. А ну молчи, довольно. Замолчи. Оставь свои угрозы. Скажи Баркану, пусть придет ко мне или позвонит, я хочу все знать. Я твой ассистент, что ли? Довольно. Ты должен меня здесь успокоить. А ты на меня кричишь. Мне надоело. Довольно, довольно. Послушай. Нам нужно поддерживать друг друга. Не относись ко мне как к врагу. Нам нужно найти нашу дочь. Что понимаешь? Расскажи мне все, что знаешь, а? Что знает полиция? Ты отныне стал моим врагом. Дай Аллах, ты умрешь от страха, думая об Артемис. Шейма! 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 Мне срочно нужно встретиться с начальником прокуратуры. Ага, он как раз тебя ждет. Друг, разве ты не слышал? Мою дочь похитили. Мне срочно нужно встретиться. Ты иди в камеру, мы посмотрим. Ты что посмотришь? Успокойся. На что ты посмотришь? Прошу. Красавица невестка. Еще быстрее на очереди, еще и лопатка. Мама, Фатьма, мне не хочется. Послушай, я добавила ей мясной бульон. Он так полезен тебе. Дочка, послушай, не ради себя. Ради меня, ради нашего блага. Съешь все, что принесут, и положат перед тобой, хорошо? Приятного аппетита. Ай, мой Юпа, иди сюда, иди, иди, давай вместе покушаем, сынок. Иди сюда, добро пожаловать. Ну, как ты? Хорошо, мать, хорошо. Со мной ничего не случится. Я как железо, каких только ранений я не перенес. Что будет от ножа этого адвоката? О, пусть Аллах убережет. Что же нужно этому адвокату? Почему он покушался на твою жизнь? Понятно, что ему нужно. Ладно, забудь. Произошла перепалка, он вынул нож. Но полиция приехала в ту же минуту. Его задержали. Он понесет наказание. А пусть ему будет хуже. Пусть будет хуже. Посмотри, сынок. Есть фаршированный сушеный перец. Давай, может быть, ты голоден? Положи тарелку и брату. Стой. Давай, поешь. Мать. Я голоден. Голоден. Но я не наемся одним фаршированным перцем. Принеси мне то, что я оставил тебе на хранение. Я принесу, сынок, принесу. Ты присядь, присядь. Мой брат. Давай, ты поешь немного, поешь. Давай, давай. Поешь чего-нибудь.
Клянусь, сынок, я сама удивлена. Я подумала, что у нас 20 гектаров, а их осталось всего 8. И? Ну, мы их срочно продали, получилось всего столько. Мы вот так вот сделали. Прошу, на, сам посмотри. Мать, что это? Мать, что это? Мне с этим только малышей облизывать, а? Или дать им мелочь в честь праздника? Сынок, мы сюда копейки здесь. Если не веришь, езжай в Ташкинан, спроси в отделение госреестра. Мать, неужели можно продать огромный участок за такие гаражи? Неужели у тебя нет мозга даже размером с фисташку? А, не огромный участок, я думала, что он площадью в 20 гектар. Но оказалось всего 8. Твой отец, никому не сказав ни слова, распродал самые красивые участки. Остался лишь тот участок на возвышенности. И за него дали всего столько денег. Оставь, мать, оставь, оставь. Ты зря раззадорила меня. Да что можно сделать за эти деньги? Да ничего. Ах, ненасытный. Ненасытный. Никак не смогли насытить тебя. Как можно первый же день налететь на охранника адвоката? Если вы так будете поступать, начальник. Мою дочь похитили. Что я буду делать? Я не могу сидеть сложа руки. Я не знаю, у кого она. Возможно, ее жизнь в опасности. Хотя бы вы помогите, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Присаживайтесь и успокойтесь, господин Кадир. Ради бога, как мне сесть? Говорите, садиться. Господин Кадир, вы в тюрьме. Для начала смиритесь с этим. Здесь бывают заключенные, потерявшие близких. Вы будете здесь, пока вам не вынесут приговор. Вы лучше всех это знаете. Пожалуйста, разрешите хотя бы позвонить комиссару? Пожалуйста. Я позвоню комиссару прямо перед вами. Ради бога, дайте позвонить. Я иду в банк. Если кто-то придет, ни с кем не разговаривай, поняла? Хорошо, не волнуйся. Простите. Госпожа, что вы делаете? Почему вы следите за нами? Потому что вы что-то знаете о том случае. Я, правда, не причиню вам вреда. Выслушайте. Кажется, вы не понимаете. Мы ничего не видели. Но вы посмотрели друг на друга. Кто он? Ваш босс? Он не разрешил вам? Клянусь, я ничего не видела. Мой муж тоже. Идите, просите помощи у полиции или сделайте что-нибудь другое. Не старайтесь тут напрасно. Речь идет о жизни невинного человека. Его посадили ни за что. Он сейчас в тюрьме. Его дочь похитили. Если бы он был на свободе, он хотя бы спас дочь. Пожалуйста, вы правда мне нужны. Я правда не видела. Я работала внутри. Но мой муж Иткин, он шел к врачу, он видел, как, когда возвращался, он даже заснял драку. Он показал мне, как человек ударил ножом самого себя. Все заснял? Да. И я посмотрела. Человек навредил самому себе. Мне нужны эти кадры. Причем сильно нужны. Они мне нужны. Иткин не отдаст. Я сказала идти в полицию, когда он показал видео. А он не согласился и не согласился. Ну и пусть, может, я смогу его убедить. Нельзя. Он сошел с ума, когда я сказала про полицию и ударил меня. Если он узнает, что я говорю тут с вами, то убьет меня. Пожалуйста, уходите. Я не хочу, чтобы вы пострадали. Ни за что не хочу. Но мне, правда, очень нужны эти кадры. Вы не понимаете. Ничто не сможет его убедить. Недавно он пережил подобное. Его брат Мамедали. Он пошел и дал показания как свидетель. Но вину свалили на него. Этот парень все еще в тюрьме. Незаслуженно. Поэтому Иткин в жизни не согласится. Идите, найдите другого.
Сейчас Юткин придет и будет очень плохо. Нет, нет, я не хочу разговаривать с вашим мужем. Я просто хочу имя и фамилию вашего деверя. Пожалуйста, это очень важно. Ваш деверь все еще в тюрьме, да? Мне нужно имя, фамилия вашего деверя, пожалуйста. Комиссар, хорошо, понимаю. Пожалуйста, скажите, на какой мы стадии? Вы сможете спасти мою дочь? Господин адвокат, я не могу сказать, что мы на какой-то стадии. У нас есть лишь один кадр. И ваша дочь рядом с ними. Мы проследили за машиной по камерам. Они совершили аварию. Бросили раненого и сбежали. Человек погиб. А вы не можете установить личность? Лица не видно? К сожалению, ни одна личность не установлена. Куда едет машина? Адрес известен. Вы установили адрес? Этого тоже нет. После аварии они заехали на улицу и избавились от машины. Мы потеряли их след. Через 2 часа бросили машину и сбежали. Мы провели расследование, свидетелей нет. Чтобы вы понимали, чтобы сбить нас с толку, они бросили машину в другом месте и сбежали. Ей прислали сообщение из соцсетей, вышли на связь. Там не появился IP-адрес? Мы нашли его. Сообщение прислали из интернет-клуба. Сейчас мы просматриваем камеры видеонаблюдения в заведении. Дай бог, если будут видны их лица, то мы сможем установить их личность. То есть у вас нет ничего? Ничего. К сожалению, сейчас у нас ничего нет. Но мы всей командой работаем. Будьте терпеливы. Пожалуйста. Комиссар, скажите мне все, что знаете. Прошу. Пожалуйста, скажите. Господин Кадир, вы в порядке? Держите. Спасибо. Слышал, сынок? Да, ну давай. Да. Десерт тоже есть. Yok, она istemez. Нет, мам, не хочу. Ben çıkacağım. Я выйду. Beni beklemeyin. Меня не ждите. Я приду поздно. Siz de kalkınız, вы toparlanın. Тоже вставайте, собирайтесь. Daha yeni geldim, мы только что пришли, брат. Ya, куда мы пойдем? Мы устали. Я никуда не могу пойти, брат. Kızım, а мы переедем, переедем. Hayda. Ой, что не так с нашим домом? Зачем нам переезжать из собственного дома? Гюльпери очень далеко отсюда. Мне нужно быть ближе к Гюльпери. Все мои мысли остались там. Поэтому говорю. Вы что, перечите мне? Будет то, что я говорю. Ах, в таком возрасте. Я лишусь своего дома, да? Не смогла я тебя обрадовать, сынок? Что бы я ни делала, не смогла. Мама. Чему я буду радоваться? Я буду радоваться копейкам, что ты даешь. Они ничем не нужны мне. Послушай, я хотел молчать, но ты сама напросилась. Мне нужно больше денег. Поняла? Я не могу жить в этом городе с этими копейками. А не то. И Гюльпери, и детей, возьму их и уеду. И ты больше никогда в жизни нас не увидишь. Да я 7 лет сидел в тюрьме, терпел пытки. А теперь вы мне здесь дадите нищету, когда мы богаты? Брат, откуда нам найти деньги? А мы пошли. Да откуда я знаю? Откуда мне знать? Идите, просите у отца. Поумоляйте и возьмите деньги. Мне нужны деньги. Господи, да что это такое? Что это такое? Перечите мне. Вставайте и собирайтесь. Авокат Бей. Господин адвокат. Господин адвокат. Кадир, ты в порядке?
Что? Грех не есть дары Аллаха. Иди, садись сюда. Еда тебя ждет. Нет, нет, не сейчас. Дома есть проблема? Видно, сам не свой. Рассказывай. Молчишь ему, не поможешь. Кызым. Моя дочь. Кайып. Пропала. Кочерылды. Ее похитили. Она сделала заявление, в соцсети, yapmış. Чтобы помочь мне. И негодяи похитили мою дочь. Что такое беспомощность? Я думал, что знаю, мастер. Но ничего подобного. Мне нужно выйти и найти дочь. Что я здесь делаю? Кадир. Кадир. Послушай. Ты умный человек. Мы находим путь, сражаясь, а ты, думая, возьми это. Возьми это, возьми. Ты будешь говорить терпение. Терпение. С одной стороны молитвой, а с другой стороны ты можешь помочь дочери умом. Своим присутствием ты стал надеждой здешним людям. Одним твоим словом они для тебя откроют все двери Стамбула. Возможно, ты не хочешь. Но послушай, эти люди помогут тебе. Дай согласие, и я расспрошу про это дело. Сделай все, что нужно, мастер. Где похитили твою дочь? Что это были за люди? Ты пришел? Да. Дело Али Гюнеш, которое ты хотела. Ты сказала, что срочно. Я целый день возился с этим. Надеюсь, тебе поможет. Поможет, поможет. Спасибо, спасибо большое. Пожалуйста, минутку. Ты не можешь уйти, не сказав мне? Баркин, у меня, правда, нет времени. Я расскажу тебе потом. Пожалуйста, спаси Артемис. И еще раз спасибо. Есть новости. Кажется, это дела хулиганов с улицы Танджан. Охранник! Кадир, стой, стой, стой. Полиция не будет знать. Эта информация только между нами. А разве так можно, мастер? Мне бросить свою дочь под угрозу? Если полиция мешается, то тогда она будет в опасности. Не обижайся, но я не могу это сделать. Сможешь, Кадир, другого выхода нет. Ради благополучия всех. Это условие рассказавшего человека. У тебя есть знакомые? Скажешь, и они посмотрят. Отныне дело твое. Гёхан. А мне нужна твоя помощь, брат. Это дело жизни и смерти. Что случилось, брат? Опять передряга? Артемис похитили. Ким? Кто? Да откуда мне знать, кто? Гёхан, мне нужно найти Веснушку. Девушка несколько часов у них в руках. Да как мы ее найдем? Кто знает, куда они ее отвезли? Ты сообщил полиции? Да, сообщил. Сообщила, они расследуют. А на что, если они опоздают? Я не могу. Не могу стоять. Все говорят, не сиди, жди, но я не могу ждать Гёхан. Я пойду и буду искать по дверям, и как-нибудь найду Веснушку. Алло. Алло. Хасан, это Кадир. Да, брат. Ты видел похищение Артемиса? Рассказывай, что ты видел. Брат, я не смог их остановить. Я шел в суд на твое дело с отцом. Потом вошел на одну улицу, услышал там звуки и увидел Артемис. Я узнал ее по волосам. Ее силой затащили машину трое. Машина была серой. Я побежал за ними, но не успел. Я запомнил номер, сказал полиции, но машина угнана. Я не успел, брат. И не смог им помешать. Не обижайся, хорошо, ты сделал все, что мог.
Дай мне номер брата Саида. А зачем, брат? Дай, дружище, я попрошу о помощи. Похитители Артемис с улицы Тунжан. Саид знает эту улицу. Хорошо, я пойду, брат. Я пойду, где бы эта улица ни была, я пойду. Нет, ты никуда не идешь. Не смей. Дружище, это самая проблемная улица Стамбула. Саид пойдет. Хорошо, брат, я скажу брату Саиду. Дружище, дай мне его номер. Брат, ты что, мне не доверяешь? Я скажу брату Саиду. Ладно, хорошо. Послушай меня. Не смей. Не делай глупостей, я тебя знаю. Скажи брату Саиду. Пусть он поможет. Я понял, брат, понял. Хорошо, не волнуйся. Что адвокат говорит? Он нашел зацепку. Пойдем посмотрим. Он сказал обязательно сказать брату Саиду, но брат Саид скажет мне только стой. А что поделать? Пошли. Куда мы идем? Ну, есть же улица Тунжан, Тунжан. Да ты что говоришь, брат? Там убьют человека, не моргнув. Пусть убьют. Пусть убьют, брат. Если я не смогу найти Артемис, то пусть убьют. Если понадобится, то я умру ради веснушки. Пошли. Добро пожаловать, брат. Скажи Хасану, что пришел ко мне. Брат, Хасана нет. Гёкхан? Его тоже нет, брат. Хорошо. Занимайся работой. Значит, это и есть Тунжан. Стой, мы только заходим. На самом деле, улица большая. Мужчине смекалки нет, что с того, что взрослый. А, Хасан. Кто звонит? Забей. Давай. Осторожно, не упади. Какого цвета машина? Темно-серая. Ну и где ты, веснушка? Где же ты, девочка? Ну куда пойдем? Пойдем сюда. Давай. Эйюб Ташкин пожаловал. Ну что, Сейфу? Стол готов? Они пришли. Смотри, все выстроились как жемчужины, все ждут тебя. Смотри. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать, благодарю. Удачи. Ну, давайте. В таком случае начнем. Прошу. Ты сообщил кому-то? Да. Дай бог, получишь очень скоро радостную новость. Дай бог, мастер, дай бог. Время обеда. Давай перекусим чего-нибудь. Я не голоден, вы кушайте. Давай, посидишь там просто. Они не пришли? Никого нет.
Наверное, не пришли. Ты проголодался? Я выпил суп с сестрой Аждой. Там какой-то звук. А ну-ка, пойдем. Дочка. Сестра. Ты уходишь? Не уходи. Бабушка приехала. Папа позвал, я поеду туда. Ты не уходи сейчас. Джан тоже не хочет. Потом зайдешь к бабушке. Давай. Моя доченька с глазами как бусинки. Сегодня звонил твой учитель, ты не ходила на тренировку. Ты и в школу не ходила. Я весь день тебе звонила, ты не отвечала, где ты была. Отныне я отчитываюсь только перед отцом. А теперь живу я с папой, только он может вмешиваться. Ну что значит, что он может вмешиваться? Что значит, что отчитываешься перед отцом, а передо мной нет? Разве можно такое? Я твоя мама. Я скажу тебе кое-что, послушай, посмотри на меня. Попробуй только больше не пойти в школу. Пусть только позвонят мне хоть раз из школы. Только попробуй не ответить, когда я буду звонить тебе. Тогда случится действительно очень плохое. Ты поняла меня? Поняла? Прошу, господин. Принеси мне еще сметаны. Я сказал, что это господину Якубу, но на одного человека выпадает максимум столько. Послушай меня. Если надо, отдашь и свои порции. Заплачу я тебе зарплату. Я каждый месяц плачу. А ты будешь голодать, я буду кушать. А теперь делай, что хочешь, но принеси мне сметану. Здравствуй, приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита, брат. Приятного аппетита, брат. Прости, Господи. Я везде вижу сына этого Хайри. Что такое, адвокат? Ты по мне соскучился или пришел проводить расследование? А я вовсе не в духе. Господин Якуб, давай тебе приятного аппетита. Добро пожаловать. К нам. Пусть будет во благо. Привет, братец. Добро пожаловать. Дай семечки. Прошу, брат. Спасибо. Йохан, очевидно, они ребята этого района. Давай спросим. Есть новости? Да нет, брат. Здравствуйте. Господа, мы ищем одну подругу. Ее похитили и привезли сюда. Мы так слышали. Поосторожней. В нашем районе не бывает такого. Девушку забрали на темно-серой машине.
Трое человек. И еще и описывает. Кто вы такие? Кем вы себя считаете? Убирайся отсюда, пока я не разукрасил тебе лицо. Парень, послушай. Я больше не буду у тебя спрашивать. Где девушка? Иди ищи проблему и девушку свою в другом месте. Если она и здесь, то больше не сможешь найти ее. А если и найдешь, то она тебе уже не понадобится. Убери руки! Вы кем себя считаете? Да кто вы такие? Да что это такое? Да выключи ты. Я будто смотрю от удовольствия. В Стамбуле в результате дорожной аварии Бурак Турхан, несмотря на все воздействия, погиб. А мужчина умер. Ой, это же человек, которого мы сбили. Он умер, умер. Ну, поняли, ладно. Да простит Господь его грехи. Кто простит нас? Это мы бросили человека умирать. А он на нашу голову оказался совестливой бомбой. Мы поскорее должны избавиться от девушки. Она единственный свидетель, а потом сбежим. А в другой день нас уже давно начала бы искать полиция. Парни, вы что, за больные люди-то? Разве так легко убить человека? Да. А честно, легко оказывается. Минутку, этот телефон новый? Откуда он взялся? Да. Папа купил. Почему, дочка, он тебе был нужен? Мой и так разбился, он пожалел меня. А лучше бы и со мной посоветовался бы. Почему, мама, в Ташкинане у тебя спрашивали? Да и он мой отец, что такое в том, что он купил мне телефон? Раньше это даже проблемы не было. Я не делаю из этого проблему, просто спрашиваю. Это Бегюм, дочка на зиме с верхнего этажа. Она ездит в школу с личным водителем, мама, ты знаешь? А я что делаю? Езжу на автобусе. И то, если денег хватит. Они надевают то, что хотят, а я то, что наблюдаю за ними, мама. Они издеваются над моей одеждой, меня это задевает. Послушай, мама, это ты работаешь консьержкой, а не я. И это не мой выбор. Почему мы вынуждены чем-то жертвовать? Если бы ты вышла замуж за папу, мы бы не были бы вынуждены думать об этом. Мы избавились бы от этой бедноты. Мама, мы смирились с этим лишением, потому что ты не можешь смириться с папой. Береги себя, цыпленок. Я снова приду. Увидимся в школе. Дочка. Ты знаешь, чем занимается твой отец столько лет? А знаешь, почему не искал нас? А я лишь пытаюсь вас защитить. Мама, он наш отец. Он последний человек, который может причинить нам вред. Найди себе другие оправдания. Сегодня свекровь меня очень любит. Да что ж за любовь такая, сейчас заберет весь стол. А ну, друг, давай, ты разлучишься с картами и увидим итог. Повезет в любви, друзья. Не встаем. Сыграем еще раз, чтобы понять, везение это или опыт. Думаю, проблем нет. Спроси у друга, который новенький.
Сейфулла. Ну а сейчас? Пусть играет тот, у кого хватит. Брат, будешь чай? Спасибо, брат, я совсем не хочу. Что я буду делать? Что буду делать? Я должна выбраться отсюда. Что мне делать? А ладно, все. Спокойно. Да? Спокойно. Я придумаю. Я все продумаю. Придумаю. Брат, а если поговорить с девушкой, может, будет молчать? Да, жди, будет. Пригрозим ей. Она никому не расскажет. Эй! Она сказала, что ее отец адвокат. Ты что, не слышал? Она мгновенно расскажет. Парень, послушай. Вбей это в свою тупую голову. У девушки не осталось никакого шанса. Брат, меня нет. Я не могу никого убить. Ты вбей это в свою тупую голову. Где же брат? Что теперь будем делать, друг? Нас избили, мы ничем не ответим. Немного придем в себя. Потом вернемся в район. Меня не задержат побои. Адвокат звонит. Алло. Алло. Хасан. Есть новости от Саида? Брат, он сходил в квартал, но ничего не смог узнать. Немного получили. Но не сдались, то есть не сдался, он ищет дальше. Брат, найдем. Послушай, я тебя понимаю, ты там заточен. Но у Артемис здесь много любящих людей. Она мне доверена, не беспокойся. Почему ты соврал? Это не ложь. Не договорил. Давай же. Пойдемте к папочке, мои дорогие. Как прекрасно смеется. Так дела от этого обстоят, да? С помощью уловок и ловушек. Хоп-хоп-хоп, потише, дружище. Я своими руками заработал. Да я тебя и твои руки. Я тебе покажу. Ну как, хорошо, отпустите мошенника и вор, это ты. Отдай мои деньги. Знай свое место. Брат, спокойно, спокойно. Выведите его, выведите. Я заберу эти деньги. Невоспитанный.
Да, отпустите, отпустите! Выпей кофе, придешь в себя. Сейфо, я в себе. За какой стол ты посадил меня? А по мне нет. За столом, если ты проиграешь, либо выиграешь, то должен оттуда уйти воспитанно. Не должен, как вчерашний ребенок, капризничать. Сейфо, ты меня учишь, Сейфо? Я играю столько же, сколько тебе и лет. Жульничество, говорю тебе, жульничество. Хорошо, братец, ты прав. Ты и не проиграл. Они жульничали. Давай же ты сейчас пойди домой, отдохни немного. Но пусть твоя злость пройдет, а я тебе завтра позвоню. Мастер. Тебе надо мне помочь. Если ты ради дочери говоришь, другого не надо, Кадир. От нас только это. Нужно больше. Не могут найти, куда забрали мою дочь. Квартал большой, проблемный. И если с ней что-то произойдет, пока мои найдут ее, что я буду делать? Ну же. У кого ты взял название квартала? Скажи, я тоже поговорю. Может, узнаю больше. Это не твое дело, Кадир. У тебя есть ребенок? Поставь себя на мое место. Я умираю здесь от безысходности. Пожалуйста. Ахмед. Тунчан. Мне он сказал. Ахмед, расскажи, что знаешь. Или же познакомь меня с теми, от кого получили информацию, я поговорю. Брат, я лишь это знаю. Послушай. А мне нужна более точная информация. Имя, адрес. Пожалуйста. Я умоляю. На кону жизнь 17-летней девочки. Моей дочки. А если вы что-то знаете и не говорите? Если с дочкой что-то случится? Упаси Боже. Я с вас за это спрошу за это.